круто. Игрок номер один вашего. Доброе утро. Я взял свою любимую красную карту. Открывать это не умею, признаюсь сразу, поэтому вы меня заберете красной, точно не назовете. Поэтому придется как поделиться, рассказать композицию, тогда уже покажу четыре красных. То есть я по шаге по другим черным, там красные быстро разобрались, собрались, стеслись еще раз по очереди. Давайте в этой игре еще шестеро игроков найдут меня красными, я найду их красными, и вы просто все остальных черных игроков выкупаем эту игру быстро. Спасибо, как на два вашего. Нет, я искренне хочу сказать, что я бы был рад, если так случилось. Я красный, прошлая игра не сломала меня, но эмоционально подавила, потому что красные игроки, свидетели сидят, ребята 5-6, красные игроки мимо играли, я попытался взять инициативу, в одном цвете ошибся, но меня прям уничтожили на улице, что я все заруинил, хотя ни один игрок не получал даже лучик света. Если даже без моего участия, я за это, наверное, расстроюсь, но если без моего участия красные выиграют, я ничуть там не... Короче, порадуй за нас всех. Выставляю один, не скажу, что там супер красный, но то, что ты сказал, мне близко, пусть будет так. Я красный, просто надеюсь, нормально будет. Пас. Спасибо. Игрок номер три вашего. Браслетский классный. Смотрите, играю с 9, думаю, 9 игрок красный. Вот. Не поэтому, но потому что слишком большая пауза была, и то есть, когда ты большее время, чем надо, находишься в темноте, ты как-то выделяешь. Не знаю, выставляю 2. Добрый. Играю 1-3. Мне кажется, оно какой-то образ приобрел. Если не играл с игроком номер 2, какой-то образ приобрел, там, неестественная речь, мне не понравилась, подозреваю игрока номер 2. Вот. Много людей с России именно за этим столом, вот вас. А, немного, да. Кто? Поэтому надо говорить на вашем языке. Я абсолютно не читаю, поэтому, пожалуйста, находите меня по позиции. 10 секунд. Не знаю, очень агрессивно я настроен, надо успокоиться. Мне надо как-то. Ну, есть на это какие-то причины. Я успокоюсь, играю 1-3-9, просто. Спасибо, игрок номер 3. Игрок номер 4 вашего. Ну смотрите, если вы 9-го нашли по просыпанию за долгое какое-то количество сна, оно всех было достаточно ровным. То есть, во всяком случае, когда менялась музыка, даже черные не снимали этого масок с глаз. То есть потом было достаточное время, допустим, если он не Дон, он еще поспал, если он не Шериф, он еще поспал. Ну, то есть и все, что отложилось до этого паузы. То есть почему, короче, именно он из 7, 8, 9, 10 напротив вас сидящих красный? То есть остальные что делали в этот момент? Все договаривались, на паузе тоже без масок вы сидели, 7, 8, 10 черный. Почему второй черный? Я не поняла. А вы поняли. У нас в Москве так не разговаривают, если что, как бы, вы приезжайте, посмотрите, как мы разговариваем, не так. Выставляю 3. Настроено жестко, моя красная карта, извините, если я себя веду, но это не мафия сейчас была, правда, он без аргументов выставил 2, мне лишь второй понравилось, я тебе поверила, Маркулю. Я хочу, чтобы ты был красным. Спасибо, игрок номер 4, игрок номер 5, ваш минут. Не так, ну а что? Мне кажется, ваша реакция на его речь, она была лишней. Мне показалось. Так, ну мне кажется, что третий красный, независимо от того, какого цвета 9-го игрока, мне показалось, что он реально так подумал. Не придумал, не косил, а подумал. Это мое впечатление просто. Вы знаете, вот все вертится вокруг того, какие карты вытащили. Да? Я считаю, что ну вот он вытащил, мне кажется, красную карту, так сказал. Могу, конечно, ошибаться. Вот. Вы говорите, что вы игрок красный, вы сыгрались 2. Я как лох буду, да, если я, получается, сейчас типа скажу, что мне не без второго, и с вами сыграю, и вы из третьего. Ну, короче, 3-4 если сыграли. Давайте. Да не лох, булочка. Давайте я, короче, аккуратно, я подожду. Он что-то рассосется, короче. Я пока с 3 сыграю. 10 секунд. Может быть, первый игрок красный, но мне надо, чтобы он поговорил больше. Вы, я думаю, что вы охотливо расскажете, кто черный, если вы игрок красный. Спасибо, игрок номер 5, игрок номер 4, вы получили свое первое замечание, игрок номер 6, ваша минута. Мне пока что скорее господин 22 понравился, в конце концов он игрок С-класса, я не понимаю, зачем игроку С-класса говорить, что игроки 3-4 вместе красные, это не очень понятно, поэтому я пока что сыграю с ним. Между игроками 3-4 для меня больше красный игрок под номером 3, но это не означает, что игрок под номером 4 черный. Я просто не понял цвет игрока под номером 2. Мне не очень понравился второй. Может, он действительно подавлен прошлой игрой, такое возможно.
Вот, но его эмоционал и настрой как-то, не знаю, не призывали с ним сыграть, не притягивали. Просто речь не была такой, чтобы я мог с ним сыграть. Может, вы знаете его лучше, чем я. Мне больше понравился первый. Первый как-то мне показался покраснее. Он не выговорил всю минуту, но мне кажется, что Черному пытался растягивать речь, чтобы люди, возможно, поняли, что он красный. Вот, в всяком случае, на этом этапе игры, когда не надо давать позицию, он мог налить воды побольше. Поэтому я пока сыграю один. Спасибо, игрок номер 6. Игрок номер 7, ваш вопрос. Доброе утро, Гор. Давайте немножко добавим градус напряжения. Че, все нормально. Почему сразу, как ты сказал, булочка? Я думаю, что вы можете быть двумя красными игроками. Мне мысль игрока номер 5 понравилась. Я не говорю, что игрок номер 2 черный. Я с вами тоже не согласен. Не обязательно сразу как бы давить, да? Надо, ну, сказать просто, что человек подавлен, да? Может, черным сейчас сказал такую речь, может, красным. Надо дать шанс на следующий круг. От того, что его сейчас как бы топить, лучше точно не будет, мое мнение. Вот, поэтому будет хорошо, если вы игрок номер 2 поговорите. Можно даже с игроком номер 6. 2-3, да? Ну, хорошо, поговорите с игроком номер 3. Вот, пока что я играю с игроками 3-4-5. Не сильно против игрока номер 1. 6 по позиции нравится. Думаю, что после меня сидит черный игрок. 10 секунд. Вот. Я бы лучше послушал игрока номер 6. И мне было бы интересно, сойдутся ли у нас мысли по игрокам, сидящих после меня. Спасибо, игрок номер 7, игрок номер 8. Ваша минута. Смотрите, я подозреваю очень сильно игроков 5-6-7. Я думаю, что здесь должно быть много черных игроков. Я подумал, что первый не черный, потому что 2 и 3, которые вряд ли вместе, ну, черные, да, они назвали первого красным. Второй сыграл с первым. Второй сказал, что типа первый мне понравился, даже если черный, то есть он него не проатаковал. Третий сказал, что первый красный. То есть я думаю, что там есть красный игрок, поэтому первый красный. Я играю с четвертым игроком, который протоковал третьего. Я не понимаю игрока номер 5, который выделил между 2-3, а третьего краснее, чем второго, выделил третьего красным. Шестой и седьмой усиляют позицию пятого, поэтому пока что не против вас. Я очень подозреваю 5-6-7, ну, то есть только потому, что 8 черных. То есть вы говорите, что 8 черных. Нет, я не черный в этой игре, я красный. Я красный, я просто объясняю как бы свои мысли. Ну, то есть, если вы меня подозреваете, называйте почему. Вот, для меня подозрительны больше игроки 6-7. Не надо меня 2 черным, мы там черным поставим. 2-8, кто еще с вами? Что 2-8? 2-8. Я красный. Спасибо, игрок номер 8. Черный, седьмой черный. Там много черных. Замечание, игрок номер 8, первый затяжку речи. Замечание, игрок номер 5, первый. Игрок номер 9, ваш. Может, потеряем его в нуле? 5-6-7 назвал черными, такое 3-4 вскрывается с 8 черным, они у него красные. Понятно. Я думаю, 3, 4, 5 и даже скорее 6 игроки красные. Седьмой выкинул, шестого я не понял вот этого вот. Хотите? Седьмя? Ну, он хочет. Ладно, я думаю, вы красный делать, так скорее вы скажете. Вот, 3, 4, 5 и скорее 6 игроки красные. Первого надо переслушать. Я бы первого переслушал, то есть у него речь банальная, не сильно большая. Вот, я бы переслушал первого. Желательно с 2. Но третьего все считают красным. Господи. Я думаю, 3, 4, 5 и скорее 6 никаких красных. Просто знаешь, если не со мной будет пилиться, встанет. Понял. Спасибо, игрок номер 9, игрок номер 3, ваше первое замечание, игрок номер 10, ваше второе. Доброе утро, город. С кем перейти, игрока номер 2? Он хочет упорно говорить 3, но я сейчас 3 понял, что есть. Мешаем звуки. 3, 2, 3? Ну хорошо, выставляю игрока номер 3, 2, 3 побили, но игроки 1, 2, 9. Скажи, выставляю 2. Выставляю игрока номер 2. Ну ты выставлен же. Я должен вести. Выставляй игрока номер 3. Короче, я считаю, что третий нашел 9, если красным. Если вы действительно красный, то 7-8 точно двух красных игроков нет. Если вы нашли 7-го красным, то есть ты хорошо поговорил, но почему ты вы выкинули 6-го игрока? Нет, просто я не понял. У него, да, игру Казанская, вот дайте договорить. Игрок номер... Ну, Казанская же, правильно? Ну, игрок номер 7 говорит, у меня, давайте, типа, дадим шанс второму, говорит, у него 3-4-5 красные, что не играет, 2 черных у 7 игрока, это 8-9-10, где 9 я не подозреваю. 7 голосуем в 2. Угу. Ну,
элементарно. Красивый. 10, игрок номер 6, ваше первое замечание, игрок номер 2, ваше первое замечание во время речи игрока номер 10. Голосование 1, 2, 3, 1, 2, 3. Кто голосует за игрока под номером 1? Спасибо, 0 голосов. Кто голосует за игрока под номером 2? Спасибо, 5 голосов. Кто голосует за игрока под номером 3? Оставшись 5 голосов. Астрахасов 2, 3, игрок номер 2, ваш пикскор. Смотрите, не пилюсь на подъем, но есть проблема. Я не играю по ночным штукам, но мне показалось, что я третьего слышал ночью. Но с ним все сыграли, извините. Я сказал, что тем более я в такой позиции, когда мне все затопили. Вот самая правильная логика. И это будет правильно, если одна версия. Я красный, тогда мы все разрулим. Просто игроки, когда 5, 6, 7 сказали, третий красный, но против тебя особо не сыграли. И дальше мне, я подумал, что третий мат, допустим, по ночной вот этот 5, 6, 7 есть черный, восьмой, который туда атакует, но ты называешь восьмого черным, правильно? Типа подозреваешь. Я четвертый считаю красным, первый не подозреваю, десятый считаю красным. Игрок номер 3, ваш пицком. Смотрите, я ночью спал, не двигался, и неважно, какого цвета игрок номер 2 сказал такую вещь, прослышал меня, и если такую грязь будете выливать, меня не проголосуйте ни на один кругов больше. Я вылью такого, что у второго не останется ни одного аргумента, вот точно, поверьте. Смотрите, думаю, второй маф, думаю, 2, 6, 8, 10, там очень много маф. Короче, вот проверка 7, он мне понравился, что вы там показывали, что-то... Спасибо, игрок номер 3, голосование. 2, 3, 2, 3. Кто голосует за игрока номер 2? Спасибо, 5 голосов. Голосует за игрока номер 3, оставшие 5 голосов. Я понимаю вопрос о том, что оба игрока мне. Кто голосует за подъем обоих игроков? Спасибо, 3 голоса, этого недостаточно. В городе наступает ночь. Добрым для вас, игрок номер 4, ваш камень. Значит, смотрите, это моя личная ответственность, игрок под номером 2 красный. Ответственность моя. Значит, прошу снять игрока под номером 8. Потом снять игрока под номером 3. Я считаю третьего обязательно игроком черным, поэтому среди 5-6, который меня, я не идиотка, я, да, тоже умею немножко играть в эту игру. Если я сказала и выставила человека, я шериф, чтобы вы понимали, да, и я сказала, что я с третьим не играю и считаю второго не черным, значит, сыграть со мной против игрока под номером 2, это оставьте для своих людей, которых вы там цвета друг друга читаете. Не для меня. Играйте со мной, играйте в моей команде, а не с теми, кого я выставляю. Значит, Марк Лен, я считаю седьмого красным, седьмой игрок, я считаю второго красным. Я считаю третий проверенный черный. Спасибо. Примите тройку черную. Попрощаемся, как вам номер 4, покиньте дом. Стол открываете вы, игрок номер 2, ваша минута. Ну, я уже не хотел про такие вещи говорить, когда игрок номер 3 сказал, что с вами нужно так разговаривать. Вы сами сказали, что со мной не играли правильно. 4-7, я не знаю, вот, кто из России, да, он с вами играл? Третий игрок с вами играл? Одну игру, да? Ну, то есть, я не думаю, что это что-то плохое ему сделал, что он такой выкидон нам. Ну, то есть, нельзя же судить людей правильно по вот такой, ну, фигне. Вставляю 3. 3 пенни. И не нужно тут говорить, когда все сыграли с третьим, потопили меня, я имел право озвучить то, что происходило. Вот. Я думаю, смотрите, есть версия, где 3-5-6 двойка, восьмой последний маф. И ты показал, что я черный, только потому что я с тобой не сыграл. Я сказал, что первый раз, четвертый раз, и десятый я не подозреваю. И не думаю, что 3-9 вместе, где нужно секуляция. Вот, поэтому девятый красный получается. Поэтому получается, что, ну, типа, вот 5-6, если 5 красный, 3-6-8. Пока вот так. Все. Вставляю 3, выставляю 6. 10 секунд.
Спасибо. Игрок номер 3, ваша минута. Смотрите, я знал, что Казанская плохо играет, но что настолько плохо, еще не знал. Смотрите, выставляю игрока номер 3. Смотрите, я такой ерундой не занимаюсь. Смотрите, она ушла, сказала, я проверенный черный, правильно? Смотрите, вас оставили красными. Смотрите, я черный, вот вы все думаете, я проверенный черный. Я красный! Смотрите, я красный! Я под первые руки выставлен. Ребят, я проверенный черный, в мафию играю. Я какие-то уже турниры там у себя выиграл, неважно, там на хуторе. Неважно, выигрывал. Я сломаю, я проверенный черный, шериф умер. Мне незачем этот цирк. Я пацану, я проголосую в себя. Попилите, пожалуйста, троих. Я красный. Я думаю, она оставила какую-то беспонтовую проверку. Ну, это минус 0.5 или 0.4. Красава! Yes! Заноси. 10 секунд. Ну, разве что я не стрелял и как-то стрельнул. Все, я под себя. Можно проголосую? Попилите, пожалуйста. Не позорьтесь хотя. Мне не хватает слов. Просто спасибо, горит. Спасибо, игрок номер 3. Игрок номер 5. Ваш минут. Ну так это интересно, почему нет? Выставляю вот первые руки, третий, правильно? Выставляю 3, выставляю 8. 8 пинт. Обязательно 8. И я бы, не один кажется, вот он что-то ничего не показывает, не говорит. Ну покажите что-то по-братски реально. На 0, 3, 5, 7, 9. Ну я по 6 на самом деле не могу понять. Смотрите, если ответственность... Послушайте. Третий, выставлен под первые руки. Пилится 3-8, и, например, вас оставили красным. Например, пилится игрок номер 1 или кто-то, кого вы подумали. 6, так 6, 8 точно попили прямо. Вот для меня 8 черный самый. Третий проверен черный, 4 игрока. Значит, пускай, вот только он задерживает руку, просто сыпем в 3 игрока. Ну, просьба, кричит, правильно, что-то старается. Вот. Есть секунд. Ну, вы мне показали, что вы слышали 2. А? Да, он мне показал. Это было так. Спасибо, игрок номер 5, игрок номер 6, ваша минута. Витя, ну хорошо, можно так сделать, но не знаю, не сильно верится в то, что человек так сделал, будучи шерифом на турнире. Более игрок такого уровня. Да ладно, все равно меня подозревают все, спасибо. Стрега капа номер 8, стрега капа номер 6. 6 пинт. Можно встать в команде 3-6-8. 8 самый подозрительный. 4 сказал, что 3 проверен черный. Меня подозревают. Пока что не подумал, что очень черный игрок под номером 10. Понравилась его речь. Больше за шутку, когда он сказал это элементарно. Мне понравилось, он эмоционально нормально поговорил. 3. Возможно, что она действительно не проверяла 3. Хоть и маловероятно, потому что она сказала, что второй точно красный под ее ответственность. Непонятно, зачем говорить, что второй точно красный под ее ответственность, если она проверила 3 черных, ведь и так после этого против 2 не проголосуют. Поэтому такой бред возможен, но тем не менее придется... 10 секунд. Придется все равно 3 выделить в любом случае. Спасибо. Спасибо. Игрок номер 7, ваш минут. Не, я Макрин, конечно, таким черным считал. Ладно. 3-6-8, пилим. Не, я видел игру на Кубке России, да, в исполнении госпожи Казанской. Видел. Выставляю кандидатуру игрока номер 6, выставляю кандидатуру игрока номер 8, выставляю кандидатуру игрока номер 3. Только она тогда нормальную проверку оставила. Нет, она черную проверку просто оставила. Вот. Так, ладно, ладно, все, но неважно. Даже если 3 сломает, окей. Если 3 ломать не будет, то будет ломать кто-то среди 6-8, правильно? Mm-hmm. Мы этот цвет найдем. Кто 6 выставил? Вы 6 выставили? Он 6 выставил. То есть 3-6-8 за 3-6-8 за 3, 1-2-5 за 8 и 7-9-10 за 6. Ладно, чем Марклен. Будем играть 5-го, я считаю, точно красным игроком. Вот. И 10-го. 10 секунд. Немного первого. Немного. Больше, чем половину. Ладно, все. Спасибо, игрок номер 7, игрок номер 8, ваш минут. Выставляю 3, но мне не нравится то, что вы считаете пятого точно красным. То есть для него я точно черный, я не понимаю, почему я протокол. Что, 8 черный? А, ну вы проверили черный, вот есть как бы ее вещи, как бы понятно, что я красный теперь. Смотрите, я 6-го посчитал красным, он выставил себя, он хочет подниматься 3-6-8. Я подозрительный, мне точно надо встать. Потому что меня, ну, то есть я обязательно должен встать, потому что я подозрительный, меня... Я подниматься не хочу, меня просто никто не спрашивает. Вот, ладно, мы поднимаемся 3-6-8. Вот, но 5-й у меня не сильно красный. Ну, то есть вы меня называете... Вы слушайте, вы меня в прошлой игре нашли красным. Сейчас вы не нашли, типа, я не сильно поменялся.
Ну, точно не сильно. У меня были аргументы, почему я посчитал один красным, потому что между 2-3 должен быть красный игрок, который называли этим красным. Вот, поэтому я думаю, что первый красный. Я думаю, что пятый не красный у меня. Я думаю, что шестой красный. Типа 3-5-7. Третий показывает, что пятый точно красный. Ну, вы должны понимать мой цвет. Вы должны понимать мой цвет после того, как третий проверенный черный говорит, что восьмой точно черный. Вот, но мне в любом случае надо встать. 10 секунд. Неважно, неважно, ну, то есть, то, что она оставляет, это, ну, не сильно важно, важно, как игра складывается. Спасибо, игрок номер 8, игрок номер 6, вы получили второе замечание, игрок номер 9, ваша минута. Да, конечно, нам надо понять, что вы красный, потому что проверенный черный говорит, что вы черный. А шериф, что, умерла, сказала, снять 8, потом снять 3. Да. Ладно. Что-то у седьмого перебор красных. Но если 3, 6, 8 это не тройка. Это не тройка, они все готовы встать. Просто все готовы встать. Вы сказали и 1, и 2, и 5, и 10 игроки красные. Кто? 1, 5 и 2. Ну, 2 красных. Если 3 черные, 2 красные. Все. У него и черный. Любопытно. Я думаю, красный 5, красный 2. Все. Что, 7? У меня 7 нет. Ну, по счету у него 3, 6, 8, 9, тройка. 10 секунд. У него. Я считать умею. А ты что, если все готовы встать? Что-то там не тройка. А может быть и не двойка, но тут так странно. В общем, 10-й нормально поговорил. Первым. Спасибо, игрок номер 9, игрок номер 10, ваш минут. Вставляю игрок номер 8. Значит, я запомнил, что 7, 9, 10, мы 6-го голосуем, правильно? Дальше. Игрок номер 1. Ну, 7-й сказал 5-й красный, 10-й красный. Он, то есть, вас и сказал, осторожно, 1, то есть, между 1 и... Я так понял, что он 1 и 9 подозревает, игрок номер 9. Ну, 7 так подозревает. Но он вас точно черным не назвал. Это, я, то есть, наблюдаю, это пошло от того, что кто черный? У меня 3 черных, 4 еще, да, 8 считаю черным, реально. Реально, чисто вообще, да. Хочешь, вы хотите, чтобы я стал 8? Это вот такой вопрос задаю. Ну, тормози, 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 все. Нет, зачем вот такие вещи делать? То есть я боюсь вот такие вещи озвучить, потом знаю, что вдруг, если первый черный, он начнет, теперь понятно, то есть вот такие вещи, давайте без этого игру номер 5. То есть, что? Без этого. Все, хорошо. 3, 6, 8 поднимаем. То есть вход 6. Он говорит, я вставать не собираюсь, но выставлять себя. Как я должен найти 6 раз за выставление себя? Вот и все. Ну, поговорите хорошо, то есть я еще вас точно на 0 вас заиграли, но еще нужна. То есть скажите, кого вы считаете черным игроком? Спасибо, игрок номер 10, игрок номер 5, ваше второе замечание, игрок номер 7, ваше первое замечание во время речи, игрок номер 10, игрок номер 1, ваше минут. Так, ну что, кого я черным считаю, надо сказать, да? 3, 6, 8 голосуют в 3, игроки 1, 2, 5 голосуют в 8, 7, 9, 10 голосуют в 6. Значит, если 3 не ставит, все-таки в 3 сразу. Вот просто возьмем по 3, он должен первый поставить еще слово 3, чтобы рука его стояла. Здесь стоит, улетает. Что? Фолов нету? Фолов не ставит, если 2 ставил. Так, значит. Ставит, если ты отрывал руку. Так, короче, смотрите, я думал красный 5, я думал красный 7. В 0 и 9 я понравился, как он поговорил. Значит, вот так в 2010-м как бы обманывали, сейчас за это ставят фолы. Вот сейчас за это ставят фолы. Так, я подаю 3, 6, 8 оптимально, смотрите, я 10-го, вот, только шериф сказал, что он проверил красный, я надеюсь, потому что он не красный. Но шериф сказал, что проверил красный, вы говорите, что он красный, я его показал, где будет. 10 секунд. 4 пугало, 10 проверил красный, я еще 10, по нуле. Поэтому я не сыграл 4. Ну, восьмой это не красный. Спасибо, игрок номер 1, игрок номер 7, вы получили второе замечание. Голосование. Убираем все руки со стола, прекращаем высказываться. На голосование 8 кандидатуры. 3, 8, 6. 3, 8, 6. Кто голосует за игрока номер 3? Спасибо, 3 голоса. Кто голосует за игрока номер 8? Спасибо, 3 голоса. За игрока номер 6 осталось 4 голоса. А в скоростов между игроками 3, 8, 6 и игрок номер 3 ваш 5 секунд. Ну, смотрите, ну, наверное, она вас проверила красным, сказала, вы обязательно красный и оставила меня черным, правильно? Смотрите, ломаю я. Мои черные не ломают. Смотрите, я дом достал, уважайте мою карту. Я приехал сюда играть турнир. Я ломаю стол, я ломаю. Я самый черный, проверенный черный 4. Ломаю стол я. Слышали? Никто вдруг не сломает, если вдруг мы не тройка черных.
Смотрите, а, я вас слышал. 3 и 8 ваш светском. А, я-то не знаю, меня все подозревают, третий подозревает. Ну ладно, я встаю точно, типа, пятого называют красным всех почему-то. Ну, то есть, ладно. Смотрите, я что думаю, шестой, просто третий сейчас забирает двух красных игроков, мне так кажется. Потому что шестой не стал бы сам тебя взять и пилить. Ну, то есть, после этого, для меня шестой коснился, шестой усилил позицию пятого. Сейчас пятого называют все красным. Типа, шестой выставил тебя, чтобы подняться с черным своим? Вряд ли, я красный. Спасибо, пятый, как на 8, как на 6, ваш 30 секунд. Знаете, я не хочу вас обидеть, но, к сожалению, я красный в этой игре. Я не виноват, просто так случилось. И если вы красный, то это потрачено, потому что вы все равно снимете по очереди. Вот. Поэтому можно встать сейчас и натянуть пеймент. Спасибо. Спасибо, голосование 3-8-6. 3-8-6. Кто голосует за игрок номер 3? Спасибо, 3 голоса. Кто голосует за игрок номер 8? Спасибо, 3 голоса. За игрок номер 6, тоже 3 голоса. Я понимаю вопрос о том, чтобы все три игрока поднялись единогласно. Игрок номер 3, ваша крайняя минута. Есть 3 в 3. Смотрите, я не буду объяснять никому. 22, буду разговаривать с вами. Смотрите, я проверен у 4-го, черный. Вот смотрите. Играли хай-левел, там полуфиналы, отборы. Я не сломаю? Сломаю? Ну точно сломаю. Ну не буду вставать. Поняли? Я не проверенный черный. Я слышал два, вам показал это. Не выносил на стол, потому что я не играю с мусором. Потому что это так доп не получить, а можно там что-то как-то. Я вам втихаря показал, я слышал два. Ну вы красный, но это тогда потраченная игра какая-то. Не знаю, она оставила меня черным, вы слышали меня, она оставила вас красным. Смотрите, снимите 10, я думаю, 10-й маф. Вот. Какой-то черный встал, потому что они не могут ломать. Десятый черный. 10 секунд. Десятый мамф. Ну, если она ставила второго края. Короче, я иду поговорю с ней, мне просто интересно. Вот. Кто черный, на самом деле? Смотрите, думаю, встал один черный, снять 10. Думаю, спасибо, игрок номер 3. Попрощаемся, игрок номер 3. Игрок номер 10, вы получили первое замечание во время речи игрок номер 3. За шепот. Игрок номер 8, ваша крайняя минута. Ну, я думаю, что человек думает, что реально это может проканать. Смотрите, я красный, я думаю, что шестой красный, и мы сейчас подняли, типа, двух красных игроков, третий черный. Смотрите, между 9-7 маф, один. Между 9-7, один маф. Седьмого кто называет точно красным? Что, восьмой черный? Вы называете седьмого точно красным. Окей. Типа, значит, между 9-10 маф. Что? Я красный, я не могу сказать, что... Стреляется 10. Хорошо? Все. Все, ладно. Ну, точно мне нужно было вставать, потому что меня все подозревают в этой игре. Ну, то есть, по-другому никак. Все, спасибо, пас. Спасибо, прощайте, игрок номер 8. Игрок номер 6, ваша камера. Смотрите, если я не буду пытаться доказать, что я красный, буду краснее, чем он. Ну, просто когда он говорил, что он красный, я в это не верил. Что-что? А, я красный, точно. Большое вам спасибо. Что? Третий точно черный? То есть третий черный? Решил поделиться с двумя красными, которые могли уйти в очередь, и не попытался сломать. Mm-hmm. Возможно. Mm-hmm. Да ладно, какая разница уже. Что ты хочешь? Надо было меня за столом оставить. Все, поднял, теперь сиди сам, думай, что красный. Желаю тебе побежать дальше. Я пошел. Дальше как-нибудь сам, братишка. Я уже своей рукой не проиграю. Дальше возвращаемся, как он за 6 покинул. В городе наступает ночь. Утренний добрый для вас, игрок номер 5, ваша камера. Черный игрок номер 10. Кто черный? Do you understand me? Yeah. 1-9 вместо черного. Третье замечание, игрок номер 5. Меня убили? Что за черное замечание? Я думаю, что седьмой красный. Черный 1-9, вы думаете? Один между ними. А где другой еще один? Третий черный, восьмой черный. Снимите 10 и переходите угадать. Я думаю, седьмой красный. Вы кого красным считаете?
Десятого? Вы до этого спросили, мы уже первый раз спрашивали. Так кто у него мафу, я не понимаю. Девятого? Вы шериф или нет? Да или нет? Да. Почему десятого вы пытаетесь удержать? 10 секунд. Думаете, он красный. Кто черный? Как думаете, кто черный? Кто первый? А еще кто? Блин, я бы снял. Спасибо, игрок номер 5. Попрощайся, игрок номер 5. Кто открывает игрок номер 7? Ваша минута. Намечается, я думаю, одна из самых интересных игр у меня на этом турнире. Вставляю кандидатуру игрока номер 9. 9. Смотрите, меня игрок... Так, без цыканья. Меня игроки 4-5 оставили красным игроком. Не-не-не. Как бы 2-7? 7. Пересечение. Я уверен, что среди игроков 3-6-8-9 есть 2 черных игрока. 3-6-8-9, 2 черных игрока. Не факт, что с 3. Ну ладно, хорошо, там будем играть от цвета 3. Неважно. Да, да, второй красный. И потом подумаем. Давайте так, сейчас 9, хорошо? Сейчас снимем игрока номер 9. Вы проголосуете? Вы проголосуете, да? Мы у вас говорят, вы проголосуете. Все, ошибся, все. Пас. Спасибо. Игрок номер 9, ваша минута. Вставляем 10. 10 минут. Вы считаете второго красным? Он вам объяснял, что 3-9 не вместе игроки черные. Я не черный, значит, с 3. Не черный с 8. Я его хотел в нуле просто потерять. Просто потерять, сказал, давайте. Могу выставить 8, потеряем его. 4-5 сказали нет. Окей. Я не черный 6, он говорит, давай сам, да, выходи красным. Блин. То есть со мной нету черных. Откуда меня? То есть ушел 22, он от меня ничего не хотел. Он меня считал красным. Он сказал снять 10 или снять 2. Меня там не было. Шла Казанская, она меня лучше ход не оставила. У нее там были 3, 6. Да, она... У нее не было лучшего хода. У нее там был 8, у нее там было обязательно 3. 10 секунд. Все, меня там не было. А если 8 черный, я не вместе с ним. Вы же объясняли, что 3-9 не вместе. Вы хотите снять первого? А первый говорил, что у него 3-5. Спасибо, игрок номер 9, игрок номер 10, ваша минута. А я от вас ожидал выставления первого игрока. Откуда? Почему? Ну потому что вы седьмому обращаете, седьмой меня считает красным игроком, тогда вы должны сказать, игрок номер 7. Давай тогда, может быть, если ты десятого считаешь красным, ну как, если вы были красным, вы должны были рассуждать таким образом, выставить первого игрока. Понимаете? А вы этого не делаете, вы говорите, выставлять 10. Ну, так вы сказали, это ваша речь. Понимаете? За вас я первого выставлять не буду. Выставляю игрока номер 9, а игрок номер 1, у вас черный кто? Вот все считают второго красным, он считает вас черным. 9? 3, 9 и кто? 2, 3, 9. Что-то 2, 3, 9. Веришь? Это 2, 3, 9. В такую команду веришь, 2, 3, 9? 2, 3, 9 у первого игрока. Все равно 9? Пусть поговорит первый. Но вы выставите первый игрока, спасибо, пас. Спасибо. Игрок номер 9, вы получили свое первое замечание, игрок на один ваш голос. Смотрите, я просто думаю, выиграю красный, если мы играем красный, сейчас говорил 9, 9, 10, 9, 10, он говорил провально, я думаю, выиграю красный, поэтому я говорю, что у меня черный 2, 9, там может быть один баф, может быть один 2, 200, там может быть один игрок черный. Так, смотрите, вот есть седьмой, у него руль, его 4-5 стали игроком красным, он сказал, ходит 9, мы сейчас 9 уже с ним, это несложно. А дальше он умрет, скажет, что делать. Значит, смотрите, я объясню мою логику, но когда я сказал, что 3, 5, 7, 9 красный. Седьмой обычно красный, вот и раз 3, 5, 5, 6. Третий сказал, что 9 красный. Третий удар, все считали красным, как вам, да, ведь? Никто его не считал черным. Он сказал, что красный 9, поэтому сказал 3, 5, 7, 9. Пятый красный, седьмой все считают его красным. Три, ну, я считаю его красным, он говорит, сейчас 5, 9. А вы говорите, очень провально, очень провально. Поэтому я сейчас спокойно поставлю руку у вас. Факт. А с кем я черный? Спасибо, игрок номер 1, игрок номер 2 вашему. Подъехали, серьезный аргумент, с кем я черный? 2, 3, 9. Третий не сыграл со мной, к красному обратил, сказал, слышал своего черного. Я на убили, сказал, слышал черного своего, да? Очень хороший команд, 2, 3, 9. Стали один. Все, после этого просто... Дзе! Давай не будешь, что ты тут рулишь всем, хорошо? Десятый красный? Все, я тоже красный считаю. Первого. Стали один. Пас. Замечание игрок. Да, второй у всех красный, между вами есть баб, которые хотят меня голосовать, оставь. Замечание игрок номер 9, второе. Голосование 9-10-1, 9-10-1. Кто голосует за игрока номер 9? Спасибо, 3 голоса. Кто голосует за игрока номер 10? Спасибо, 0 голосов за игрока номер 1, оставшиеся 2 голоса. Игрок номер 9, ваш камень. Кто мафу?
Ты 2, 8, 10. 2, 8, 10. Сказал снять 10. У тебя 10 красный. Слушай, а что это было? Сказал, я теперь на черный. А можно у вас узнать, кого Казанская проверила? Замечание, игрок номер 9, третий. Ну, да, я знаю. На 6. Я видел, как третий показывает пятна, что меня слышал, поэтому... Замечание, игрок номер 2, второго. Хорошо. Но она стала третьего проверенным черным. 3, 4, 5, 6 красный. Ну да. Десять секунд. Да, Леша осталось снять 2 и 10. Спасибо, игрок номер 9. Попрощаемся, игрок номер 9. Стоп, игра, победа черных.